Есть такая Елизавета Глинка. Королева бомжей не слышал? У меня здесь 200 голодных пациентов. Сейчас будете нам мешать, они вам нахрен все разнесут. Я понятно сказала? Тихо. Серьезные люди недовольны. Съезди сам. Оформи как надо. Звезда моя, куда это? Жук вообще нет. Какой нахер врач? Доктор с помойки. Ты мне скажи лучше, ты зарплату получаешь? Это... Все хватает? Ну, нет. Мне нужен морфин. Кокаин еще есть, трава есть. Несерьезно. Она мне заморет от боли! Что вы за люди-то, а? Я не дилер, я врач. Там всего 4 кубика, это ребенок. Ребенок не ребенок, разница какая? Забыл, где мы живем. Что, сильно она накосячила? Лет на 5. Совсем с катушек слетел, нет? Денис, я взяла, я верну. У меня есть запись с камер видеонаблюдения, где вы выходите из кабинета в больницу. В семье должен быть кто-то с холодной головой. Красивая ж баба, муж, крутой адвокат. Я все сделаю, я все успею. Дети. Не отвечай, ничего страшного не будет, если ты на один день выключишь телефон. Чего тебе хватает, а? На кой ляд тебе эти бомжи? Не надо никому помогать. Каждый сам виноват в своем деле. И не надо их оттуда вытаскивать. И что ты так каждый день? Че? Помогаешь всем этим людям. Ну как, они же люди. Ну а ты бы что, не помогал?